угарный газ. Первые признаки отравления угарным газом – головная боль, головокружение, тошнота, слабость, обморок. При появлении первых симптомов необходимо проветрить помещение, выйти на улицу и вызвать бригаду скорой помощи. Никогда не закрывайте заслонку дымохода. Всегда проверяйте тягу и чистите дымоход. Будьте бдительны и ответственны. Это сохранит жизни ваших родных и близких.